Я знаю, что ты долго убиралась, но в жизни так не бывает, чтобы мы все время снимали про твои гламурные профессии. Стоп! Тебе же понравилось, когда тебе сделали стрижку в барбершопе бесплатно и кофе пить в гостях у бариста. Да, все так, но сегодня нам будет не до кофе. Я уже договорился со специалистом, который расскажет нам о машинах для сборки урожая. Ого, интересно. Пошли. Привет, ребята! Здравствуйте! Рад приветствовать вас на нашем заводе. Вам крупно повезло. Вы сегодня увидите, как мы из металла производим комбайн. Иван Сарасек, руководитель группы продукт-менеджмента, имеет два высших образования. Первая специализация – агрономия, вторая – государственное и муниципальное управление. Стаж работы в концерне – 9 лет. Итак, друзья, мы с вами находимся на финальном посту сборки и производства зернобоечных комбайнов. Здесь заканчивается его производство, устанавливаются колеса, устанавливаются щитки, и машина полностью готова. Иван, а чем нынешние машины отличаются от тех, что были, ну, например, 40 лет назад? 40 лет назад машины, зернобоечные комбайны, имели преимущественно механическое управление, механические приводы. На сегодняшний день машина полностью управляется гидравликой, электроникой. Да, то есть мощный компьютер, через который происходит управление. Ну и руль, рычаг управления. А вот есть такие сельскохозяйственные культуры, которые еще недавно убирались вручную, а сейчас их убирают комбайн? Если мы говорим про 2 года назад, то нет, конечно, так как 2 года назад уже все культуры, во всяком случае у нас в России, убираются с помощью зерноуборочных комбайнов. Но еще 50 лет назад многие культуры убирались вручную. А если мы говорим, например, про Индию, то более 50% урожая риса до сих пор убирается вручную. А что входит в ваши обязанности? В мои задачи входит продвижение и развитие продукта. Кроме этого, моя задача не только знать, из чего состоит комбайн и как он работает, но и объяснить клиенту, в чем его плюс. А где продукт-менеджеры повышают свою квалификацию? По несколько раз в год проходят специальное обучение по развитию продукта, по продвижению продуктов. Но самое большое обучение продукт-менеджер получает, общаясь с клиентом и настраивая комбайн в поле. Какие качества характера нужно развивать себе еще в школе, чтобы здесь работать? Это достаточно сложный и интересный вопрос, так как на нашем предприятии работает, наверное, более 100 различных специальностей, и для каждой специальности нужно развивать свои качества. Важно понять, к чему у тебя больше интереса еще во время обучения в школе. Если у тебя более гуманитарный склад характера, конечно, лучше чем-то заниматься развитием качеств, не знаю, там, продажа, презентация чего-нибудь и тому подобное. Если ты больше склонен к математическим каким-то решениям, то важно развивать усидчивость, внимательность для того, чтобы стать неплохим инженером-конструктором, например. С каждым годом в мире появляются все новые и новые технологии, позволяющие облегчить ручной труд как в поле, так и в производстве суперсовременных машин для уборки сельхозкультур. Все за человека делает компьютер. Главное качество сотрудника подобных предприятий – желание узнавать и учиться новому. Уметь не только разбираться в технике, с которой работаешь сегодня, но и быть готовым к переменам и модернизации техпроцесса. А скажите, легко ли научиться управлять вашей техникой? На самом деле управление зерноуборочным комбайном, тем более современным зерноуборочным комбайном, это как классная компьютерная игра. Да? То есть ты садишься за штурвал, а у тебя есть ряд задач, которые тебе необходимо выполнить. Скосить поле, настроить комбайн правильно, сделать минимум потерь, получить классное чистое зерно в бункере. Вот вы спрашивали сегодня, чем отличаются нынешние комбайны от тех, которые еще 40 лет назад производились. На сегодняшний день это идеальное условие для работы комбайнера. То есть раньше
кабины на комбайнах даже не было, и приходилось в пыли работать. На сегодняшний день есть климатическая установка, бортовой компьютер, который полностью все настройки в себе сочетает. То есть тебе не обязательно выходить из комбайна, чтобы произвести какую-то сложную настройку. Все на электро- либо гидравлических моторах, гидравлических линиях. Руль, да, то есть может регулироваться в различных плоскостях, в трех. Также пневматическое сиденье, можно подвес различного комбайнера отрегулировать. Сразу же можешь увидеть сзади зерно, которое у тебя поступает в бункер, то зерно, которое ты молотишь. То есть это очень удобно, нету пыли, очень классный обзор. А кто придумывает машины? Придумывают машины инженеры-конструкторы, а вот следят за их правильным производством инженеры-технологи. Хотите, познакомлюсь с одним из них? Ну хорошо, пойдемте. Чтобы иметь возможность построить хорошую карьеру в этой сфере, нужно обязательно получить высшее техническое образование. Выбор факультета определит предметы, которые будут учитывать при поступлении. Например, химическая промышленность, математика, русский язык, химия. Технология машиностроения, математика, русский язык, физика. Ребята, это наш инженер-технолог Максим. Он проведет для вас экскурсию по нашему предприятию. Максим Гайдук, инженер-технолог завода, окончил Краснодарский машиностроительный колледж и Кубанский государственный технологический университет. Стаж работы 10 лет. Наше производство состоит из трех цехов. Мы с вами находимся в цехе металлообработки. Именно отсюда начинает свою жизнь комбайн. Сейчас мы находимся с вами на участке сварки. После того, как детали были вырезаны, согнуты, они попадают сюда. И здесь сварщики соединяют их уже в готовую деталь. После того, как детали были сварены, они попадают в цех окраски, где окрашиваются фирменные цвета. После окрашивания детали попадают в цех сборки, на основную сборочную линию, где мы с вами сейчас и находимся. Проще говоря, может быть, вы слышали такое название, как конвейер. Для общего понимания вы можете представить себе большой конструктор Лего. Все из вас собирали Лего, только у нас здесь в увеличенном масштабе. На этом посту, ребята, мы устанавливаем кабины. Данные кабины к нам приходят из Германии и из Франции. Здесь мы у нас, на заводе в Краснодаре, устанавливаем электрику, электронику, навигацию и подключаем эти кабины к GPS-навигации. Дальше, по ходу процесса, вы можете наблюдать, как устанавливаются моторы, устанавливается топливный бак, топливная система. А сейчас, ребята, мы подошли к кабине испытаний. Здесь, за этой стеной, проходят динамические испытания нашей техники. Проверяют гидравлику, кинематику, заводят мотор и испытывают на всех режимах. Расскажите о ваших обязанностях. Я, как инженер-технолог, отвечаю за весь цикл производства комбайна. От кусочка металла до готового изделия, которое мы с вами наблюдали сейчас на нашем производстве. Также мы решаем то, каким образом будет собираться наш комбайн. Мы готовим инструкции, мы ведем переговоры с нашими поставщиками и взаимодействуем со всеми отделами нашего предприятия. А сколько за день вы производите машин? На нашем заводе при максимальной загрузке мы производим 8 комбайнов в день. Почему вам нравится ваша профессия? Моя профессия мне нравится по нескольким причинам. Одна из таких причин, что это каждый день новые увлекательные задания, которые нам приходится решать. Вторая причина – это возможность работать с коллегами по всему миру. Третья причина, и она немаловажная, мы много путешествуем. У нас есть командировки в заграничные страны, в Европу, в Азию, и где у нас есть прекрасная возможность разговаривать на этих языках, обмениваться опытом. И что немаловажно, в этих путешествиях мы расширяем свое мировоззрение. Еще одна причина, по которой мне нравится моя работа, то, что на нашем заводе, здесь, мы изучаем иностранные языки. А ведь иностранный язык – это не просто средство общения. Одновременно с языком мы изучаем целый пласт культуры, что, если сказать метафорично, нам позволяет прожить не одну жизнь, а несколько жизней. Какие сложности возникают на вашей работе? Если сказать честно, то у нас практически не возникает никаких сложностей, ведь большая часть процессов у нас автоматизирована. Ну, конечно, мы не застрахованы от маленьких сложностей, но и эти сложности мы с успехом решаем. В конце каждой программы нам дают специальное задание. Не могли бы вы нам дать что-нибудь подобное, чтобы мы почувствовали себя в роли специалиста? Да, конечно же. Как вы видели, в ходе нашего интервью перед вами стоял трактор.
Это оригинальная модель нашего трактора, ту, которую мы собираем на нашем заводе. Помните, в самом начале экскурсии я говорил, что наш завод – это как большое лего. И вот перед вами лего, и я вам предлагаю проверить свои силы и попробовать себя в роли инженера-технолога и закончить данную модель. А потом мы с вами проверим на ее работоспособность. Вот, мы собрали. Хорошо, ребята, давайте проверим. Ну что ж, я думаю, вы справились с заданием на отлично. Раз уж вы справились со сборкой этой модели, то я думаю, что у вас получится собрать и настоящий комбайн. А так как за отличную работу у нас предполагается награда, то мы для вас приготовили сюрприз. Для вашей успешной работы, для хранения объемов информации, больших объемов информации, мы дарим вам вот такие замечательные модели тракторов. Это не просто трактора, внутри находится флеш-память. Спасибо большое. Нам очень приятно. Да, очень красивые. Пожалуйста, надеюсь, вам понравилось. Оплата труда инженера-технолога зависит от его категории, профессиональных достижений, уровня ответственности, трудового стажа и успешной работы предприятия. Заработная плата хорошего специалиста будет начинаться от 30 тысяч рублей. На момент выхода программы в эфир в Краснодарском крае найдено 15 вакансий инженера-технолога и только одна в сфере машиностроения. Спасибо вам огромное, Максим, за то, что провели нам экскурсию, ответили на все наши вопросы. Пожалуйста, ребята, мы всегда рады видеть вас в гости. Мы всегда открыты для новых посещений и будем рады видеть вас, быть может, как наших будущих специалистов. Полин, представляешь, где мы только что побывали? Я посидела за рулем трактора. Там так классно! Ну ладно, пока. С кем это ты? Полине из нашей группы звоню. Спасибо тебе, Артем, что пригласил на съемку. Это было очень интересно и познавательно. Если еще раз договоришься на завод поехать, обязательно звони. Я только за. Пока. Пока. Думаю, теперь выбор спутницы у меня будет гораздо больше.